Представляем вашему вниманию наш силиконовый молд для гипса и бетона. Силиконовый молд состоит из трех частей. Основная деталь и из двух частей молд для крышки. Для того, чтобы форма подсвечника сохранялась, мы используем уплотнительное кольцо и оснастку. Дополнительно вам понадобятся канцелярские прищепки. Давайте посмотрим, как отличаются подсвечники, сделанные с использованием оснастки и уплотнительного кольца, и без них. Этот подсвечник мы сделали с использованием оснастки и уплотнительного кольца. Форма подсвечника ровная, геометрия отверстия не нарушена, крышечка хорошо закрывается. В этом подсвечнике мы использовали только уплотнительное кольцо. Как вы видите, крышечка хорошо вставляется, но форма подсвечника нарушена. Здесь мы использовали только оснастку. Подсвечник высокий и ровный. Геометрия отверстия нарушена, и крышка не одевается. И в последнем подсвечнике мы не использовали оснастку и уплотнительное кольцо. Вы видите, нарушена форма подсвечника и нарушена геометрия отверстия для крышки.